А вот самое поздно цветущее дерево, которое прорастает у нас в Ильичевске. Не знаю его название, но вот так вот оно выглядит. И такие у него интересные цветочки. Вот такое. Вот такие листья, если их посмотреть сблизи. Похоже на недотрогу. Есть такое растение. Но это может быть и недотрога. Дотронешься до листьев, они сворачиваются. Это вот такого вида растения. Вон цветочки видны, розовенькие, пушистые такие, как ежики. Вот оно вот так вот выглядит. Вот еще раз вблизи очень красивый листик. Вот, вот. Красота.